На самом въезде в город установлена большая колонна. Оборудован небольшой карман для стоянки, лавочки. Большая колонна. Большая треугольная колонна. Приветствую вас, дорогие зрители. В этом видео посмотрим памятники гуся хрустального. Начнем с Большого Ленина, вот находящегося в центре. Это, конечно, памятник в центре города Ленину. Большой 10-метровый композиция. Вот такая. Показывающий. Вот такая композиция. На фоне голубых елей. Самый центр города. Торговые ряды. Тут рядом памятник Корсакову. Тут же рядом, прям в центре. Врач-психиатр. Такой тоже памятник. Тут же недалеко памятники жертвам политических репрессий. Такая вот композиция. Недалеко памятник жертвам Чернобыльской, посевчанам Чернобыльской АЭС и других объектов. Кто при ликвидации погиб. Такая композиция. Вот такой памятник комсомольцам. Композиция. Раньше он был с вечным огнем. Вот здесь вот был вечный огонь, горел. Но его в прошедшее время демонтировали. Остался просто памятник.
такой монумент. Остался просто монумент. Тоже была реконструкция. Раньше он был другого цвета. С чашкой. Конечно же, памятник Мальцеву на фоне Георгиевского собора. Акиму Мальцеву. Считается, что он основал город. Вот ему памятник. Такая композиция. Наверное, один из последних самых памятников, установленных в Гусе. Еще раз посмотрим на фоне собора. Композиция вся красиво смотрится. Установлены лавочки. Так, переместились на участок к Гусевскому стекольному заводу. Завода имени Дзержинского. Вот тут такой ему памятник установлен. Такой монумент. Буквально от него через дорогу такой вот монумент павшим героям Великой Отечественной войны с вечным огнем. Вот тут вечный огонь уже горит давно. В центре вот тоже был огонь, но его демонтировали. Такой вот огонь. Такой вот монумент. Большая тоже стела. Наверное, 10-метровая, 7-метровая. Большая композиция. Такая вот композиция. У 10-й школы установлен вот такой бронзовый монумент. В здании милиции установлен вот такой вот гусь, символ города.
улица Калинина. Мемориальная плита, установлена Рему Кочневу. На городском озере установлен вот такой вот стеллаж. Я люблю гуси. Городское озеро, вот такой вот дамба. Для молодожен установлены вот такие вот деревца, вешать замочки. Так, улица Набережная. Вот такие композиции стоят. Улица Каляевская, мемориальная доска Любомудрому. Улица Интернациональная, вот такая вот звезда. Улица Октябрьская, мемориальная доска Боброву. Школа 2, памятник Ленину, большой этаж. Нашу небольшую экскурсию уже на центральном кладбище городском, мемориального памятника погибшим во времена Второй мировой Отечественной войны. Вот такой монумент.
нанесены. Имена, фамилии погибших. И вот по бокам две стелы. Все, спасибо за внимание. Удачи, здоровья, пишите комментарии, оставляйте сообщения.